Здравствуйте. Здравствуйте. Ташкент, Узбекистан, я вас приветствую. Очень приятно, из Москвы. Ну, понятно, что Россия. Серьезно? Золотоглавый поклон из Ташкента. Вы смеетесь, я вот с нашим украинским небратом разговаривал, говорю, я из Москвы, он говорит, а из какой? Ну, видно, решил показать мне свою эрудицию. В мире, говорит, много Москва, городов с названием Москва. Вы из какой? Ну, понимаете, вот поэтому так и говорю, что из России. Вот в России, по-моему, одна Москва. Нет, у меня в моем понимании Москва, блин, всегда останется одна, блин. Так что, блин. Ну, да, ну, в вашем, да, в моем тоже. У него три. Ну, в три раза умнее. Вопрос спорный. Вопрос спорный, блин, сильно. О чем беседуете? На какие темы рассуждаете? Ну, беседую обо всем и ни о чем. Стараюсь найти, конечно, адекватных собеседников. С соседями по глобусу не ругаюсь. Я говорю им, говорю, свободные уши, рассказывайте. Там достаточно просто послушать то, что они вещают. Это уже готовый материал на готовый ролик, блин, серьезно. Да, вы знаете, вот перед вами, ну, может быть, минут за 15-20, тут попался израильтянин, пожилой человек, довольно такой приятный, мне нет внешности, в общем-то. Я его спросил, как у вас обстановка, он из Тель-Авива, он в парке гуляет. Да вот, хорошо, вот вы знаете, что мы побеждаем в своей войне, а вчера, говорит, даже, говорит, убили, говорит, детей вот этого сволочи из Хамаса. Прям вот понимаете, какие мы. Слушайте, вы радуетесь этому. Они не люди, они звери. Вы понимаете, это пожилой человек, в общем-то, довольно с хорошим образованием, судя по речи. Понимаете, он радуется, что убили детей. Вот так вот, понимаете, вот как вот. Ну, это для меня, конечно, просто. Да, есть враги, я понимаю, есть враги. А вот у нас был теракт, он говорит, 7 октября. Там, я говорю, этих нелюдей, их уже нет, их после того, как они это свершили, они растворились, и даже на линии соприкосновения их не было, скорее всего. Это же не дети убивали этого, там, какой-то там руководитель Хамаса, не его же дети, а тем более внуки, а погибли же. Ну, вы нас слышали, да? Да, вчера, да, погибли. Ну, вот понимаете, вот как вот люди, не люди, вот. Какая-то деградация идет, полнейшая. Но, во-первых, давайте познакомимся, если вы не против. Меня зовут Искандер. Искандер, меня Валерий. Валерий, очень приятно. Не предупредил сразу, но скажу, мы на стриме, это вас не смущает, у меня стрим нет, идет. Абсолютно. У меня очень хороший чат, у меня все люди, ну, подписчики замечательные. Доверие, я не волнуюсь, даже если был бы плохой, ничего страшного. И поэтому я извиняюсь, что я вот сейчас чуть-чуть оторвусь, поздороваюсь с людьми, которые зашли. Гасконец, привет, Виталий, рад тебя видеть. Если хочешь, махни рукой, я тебя подключу к себе. Паша Грек, рад видеть тебя. Приветствую. Дмитрий Башкиров, здравствуйте, Дмитрий. Я о чем хотел сказать. Дело в том, что встречаешься же с разными людьми здесь, в чат-рулетке. И с адекватными, что радует, и неадекватных встречаешь, тоже радует. Почему? Потому что я записываю, у меня все стримы всегда открыты. Почему открыты, я смело оставляю их открытыми. Я не ругаюсь, я не матерюсь. Я не подрываюсь. Это приятно. Я тоже не люблю мат абсолютно. Это неприемлемо. Но, откровенно говоря, мне попался один товарищ на прошлом стриме, как раз на последнем, который меня вывел до того, что я его послал. Когда он мне сказал, говорит, да, говорит, я, говорит, трын-трын-трын, твой чат, трын-трын-трын. Когда это касается меня, я это терплю. Когда обижают мой чат, это понятно. Да, кстати, пользуясь случаем, передаю тоже привет вашим подписчикам и смотрящим сейчас. Спасибо большое. Все они достойные люди.
Ну, иногда пробивает, вы знаете, пробивает. Поэтому здесь, понимаете, мне кажется, без чувства юмора нельзя сюда заходить. Да? А, да? Грешен. Не люблю ругаться, но иногда, когда встречаю какого-нибудь, ну, тоже бывает, как его это. Я же в Москве жил, родился, поэтому, вы знаете, у нас это у дворовых, кто там бегал раньше, не замерзнет выдать. Валерий, ну поверьте мне, я... Московскую скороговорку матерную. Учился я в Москве, жил в Москве и работал. То есть где учились, где жили? Закончил я МВТУ имени Баумана. Бамус, да, но это было очень давно, я его закончил в 83-м году. Это второе мое образование. Первое в Ташкенте получил, политех наш закончил, а потом уже с 2005 года по 2011 год я жил и работал в Москве. Мои однокашники мне сказали: да хватит, Искандер, что ты там сидишь, давай, приезжай, ты тут нужен со своими мозгами. Окей, приехал и жил на Перово. А, Перово, да? Да, на Перово. Ну, да, сейчас вы знаете, как он расстроился, район, пятиэтажки сносят, там строят такие комплексы жилые. Ну, вот в ту пятиэтажку, в которой я жил, ее снесли. Да, да, да. И получили такие квартиры, кстати, шикарные. У меня товарищ там по реновации тоже получил квартиру. Говорит, у меня, говорит, сейчас коридоры больше, чем моя квартира прежняя была в новой. Я вам скажу по секрету, я тоже попал под эту реновацию, потому что за время работы я эту квартиру выкупил. Она была ведомственная, не ведомственная, это была квартира, вот, помню, принадлежащая фирме. И когда работал, они говорят: ну а что ты, говорит, давай покупай. Ну я и купил, а потом ее снесли. И я получил теперь... Хорошо, это великолепное вложение. Ну, зато чуть-чуть далеко, но все равно по линии метро. В Алтуфьево у меня квартира. Алтуфьево? Ну, да. Да. Далековато. Ну, ничего, зато там спокойный район пока. Да. Да, да. Так, а я о чем хотел сказать. То, что вот встречаешь людей таких, которые вот после 22-го, то, что произошло, блин. Вот это меня выводило, как люди радовались смертям. Вообще удивительно просто, удивительно. Это танцы на костях, это какого уровня деградации надо достигнуть, чтобы радоваться этому? Радоваться тому, что люди... Согласен с вами, вы знаете, но это идет так постепенно. Вы посмотрите вот на элиты политические Западной Европы. Франция, клан гомосексуалистов правит. Германия вот бесхребетная абсолютно, что Шольц, что это Анна Бербок, это значит канцлер Германии, который называют ливерной колбасой. Да-да, да ничего, я вот канцлер Германии должен был так шарахнуть по столу, там все бы замолчали бы раньше. Финляндия, Швеция, ну что это? Ну может быть Орбан там и Вучич в Сербии там еще что-то из себя представляют, но остальные там небо. То же самое происходит с обычными людьми. Ну, иногда, конечно, это удивляет, но не иногда, а повсеместно это удивляет. Удивительно просто. Свои же вот соседи выходят, вот я в Москве видел, я в Сокольниках живу. Когда это началось, там по Сокольникам идет там с бело-желто-голубым этим флагом. Я видел этого человека, много раз он гуляет. Вот хотелось он подойти и спросить, а зачем ты это делаешь? Зависло изображение. Да, ничего, зато звук хороший идет, да, Валерий. Да, да. Я против войны. Ну хорошо, против войны. Возьми российский флаг и напиши: я против войны, и ходи. Ну зачем же так вот людей вот... Это провокация. И провоцировать. Провоцировать. Хватает. Ну вот ему за это платят. Ему точно знаю, не платили. Но обычно, я его сейчас вижу, но редко. Ну что тут у вас, видно, поменялось что-то за 30 лет? Что-то поменялось. Ну, по-моему, сейчас поменялось. Вся шелуха спадает, все потихонечку, знаете, как росточек из-под асфальта. Все выплывает. И наша генетическая память. И собираются все люди хорошие. Знаете, хорошие притягивают хорошее, плохое, значит, рассыпается. Я думаю, что так оно и будет. Надеюсь на это, во всяком случае. И детей своих так учу. Я думаю, что и ваши подписчики это тоже самое делают. Вы знаете, не буду отбирать ваше время. Было приятно с вами познакомиться. Почему вы считаете, что вы отнимаете мое время? Я наоборот рад
У меня контент как раз и состоит из того, что я ищу вот таких собеседников спокойных. Мои подписчики ждут именно таких разговоров, спокойных, размеренных. Спасибо, очень приятно. И в этой рулетке, я думаю, пока большинство. Да. Пока, но уже попадаются. Ну, попадает. Ну, правда, то же самое. Ржавые роски через асфальт тоже проходят. Ну, что поделать. Подписывайтесь на мой канал. Почему? Скажу почему. Потому что с 14 числа у меня начинается серия стримов с ноги, так называемых. Я буду показывать Самарканд, Шахрисабз, вот все достопримечательности. Вы знаете, мы с женой думали, нас приглашали. Вот у меня в фирме работают ребята, которые приехали из Узбекистана. Они говорят, сейчас там прекрасно. На экскурсию приехали. Жить там, говорит, еще тяжеловато, но на экскурсию приехали, говорит, чистенько, все великолепно. Обязательно, я думаю, что по дому. Как канал называется? Бабай. Бабай, все. Ну, Бабай этими в латинице напишите, в конце Y. Все. Все, спасибо, счастливо вам. Всего доброго. Мира, добра, удачи вам, здоровья. Спасибо.